Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Биошок. Биошок. Первый. Так, продуктовый рынок. Это Фонтейн, он, конечно, жулик, но у него Адам. Значит, он на коне. Так. Что мы тут забрали? Не появляется такого, что когда заново загружаешься? Так, бронебойные патроны. Стой. Это пехотные. Патроны для автомата. Вот это подойдет. Так. А нахрен я сохранился то еще? Так, ладно. Револьверный патрон. О, кстати, у меня револьвер-то мощный. Так. Картечь. Перезарядить. Вот я прям слышу. Ага. И где же ты? Где же ты, пчелы? Вот нам пчелам-то и надо. Тихо. Так, панель отключения робота под шляпой. За 10 лет в этой дыре я привык к очень низкому уровню жизни. Но даже на самом дне аквариума человек должен держаться принципов. В этой жалкой забегаловке Уорли начал разбавлять свое отвратительное вино. Водой! Когда я его в этом обвинил, он мне заявил: «Пьер, не волнуйся, вода дистиллированная!» Так, понятно. Одна из девочек подошла и села ко мне на колени. Я сталкиваю ее с криком «Пошла вон!» Вижу, как у нее изо рта струйкой течет адом густой и зеленый. Грязные волосы падают на глаза. Блин. Одежда в лох... Здорово. Разве так можно? Такая граната. Твою ж мать. Блин. Так, дистиллированная вода. Вино, да? Да, да, да. За 10 лет в этой дыре я привык к очень низкому уровню жизни. Но даже на самом дне аквариума человек должен держаться принципом. В этой жалкой забегаловке Уорли начал разбавлять свое отвратительное вино водой. Когда я его в этом обвинил, он мне заявил: «Пьер, не волнуйся, вода дистиллированная. Могло быть хуже. Я мог ее черпать прямиком из океана». Ну, конечно. Но ты же не черпал. Так что, в чем проблема-то? Так, вот здесь граната, получается, торчит. Блин. А что, я здесь был, что ли? А я здесь был. И штаны носил. Прямо на скелет. И меня это не радует. Вот так вот. Ясненько. Так, что у нас тут? Висит. Так. Сейф. Патроны. Картечь. Прекрасно. Давайте взломаем, посмотрим. Начать. Ой. А,
Так. Куда мне вести-то? Вот сюда надо. Сюда. Блин. Ну давай, вот сюда. И вот сюда. Вот так. Успешный взлом. Бронебойные револьверные. Понятно. А нет. Как ты? Что тут делать? Кто сюда? Повесили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Игра прямо таки детская. Кто где пулька? Я сейчас выйду, подожди. Да. Че, еще кто-то где-то есть? Дерись честно. Тварь такая. Мне еще условия ставят. Ну все, сохраняемся, заходим в эту страшненькую дверь. Раз мне сюда надо. Восторг напоминает океанское дно. Да. Уберите. Дерись со мной. Дари давай. Размечтал. Сообщайте на центральный совет. Я уж подожду. Я как понимаю, эту лужу можно поджигать и поджигать. Так. Так, смотрим, что у нас впереди. Впереди тоже какая-то комната. Ну, мне туда тоже надо будет, как я понимаю. Так, ладно, давайте. Пока сюда. Пока сюда. Продуктовый рынок. Подожди. Подожди, а почему меня... Чего вот это? Сильно кусают или что? Так. Благотворный рак, уничтожая врожденные клетки и заменяя их на нестабильные стволовые разновидности. Именно эта нестабильность порождает удивительные свойства. Но она же является причиной косметического и ментального ущерба. Нужно все больше и больше Адама, чтобы сдержать лавину. С медицинской точки зрения это катастрофа. С деловой? Ну что ж, Фонтейн видит возможности. Так. Купить. Плазменная ячейка. Конечно. Вот. Разозлите своих врагов. Пусть они сражаются друг с другом. Понятно. Так. Так, выпускает трой жальщих насекомых, которые атакуют множество врагов одновременно. Так. Ячейка боевого тоника. Ячейка инженерного тоника. Да не хватает. Ладно. Твою ж мать-то. Напугали. Ты напугала меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хо-хо-хо-шейки-хо-хо. Так.
Так, обкуриваем. Чтоб ты фурункулами покрылся, то я тут, господин. Ну что ты? Сложился? Тихо. Мы имеем. Надо дальше собирать. Ох, 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 ох. Так. Опять. Успокоился, падла. Так, извините, ребятушки, мне некогда с вами. Фу. Так, ладно. Револьверные. Блин. Потратил на них только. Эти бронебойные бы мне еще пригодились. Ну ладно. И поехали. Поехали. Немножечко осталось, немножечко. Так. Где тут еще что осталось? Аптечка, реакция, скорость, гранаты. Так, мне это не надо. Добро пожаловать. Да закройся ты. Ой-ой-ой. Отсюда я сваливаю. Я сваливаю отсюда. Yeah.
ячейка инженерного тоника. Блин, а у меня чё? А, это, блин, понял, что такое. Так. Есть у меня одна штука, которая вам может не понравиться. Я только вот это. Изготовление так требуется. А мне я бы знал бы еще, чего у меня есть вообще. Показано-то вот. Даже не знаю, где тут что надо. Хрен там. Так. Сюда. Так. Нет, это здесь оставим. Это вот сюда подключим. Все. Вот так. Теперь здесь. Начать. Вот она. Подожди, ты не так быстро. Ух ты, господи, что боже, что мой. Откуда у тебя? Еще одну надо. Твою мать-то, вот она.
Так. Все взял. Так. Выпить, выпить. Нет. Мне пока ничего этого не надо. Текс. Текс, текс, текс. Автомат, ага. Дети должны нормально функционировать, чтобы производить Адам. Я надеялась, что мы доведем их до вегетативного состояния, чтобы с ними было проще управляться. Мне трудно находиться рядом с ними. Даже с этими имплантатами в животе, они все равно остаются детьми. Они играют, поют. Иногда они смотрят на меня и играют дальше. Иногда они улыбаются. Так, водичка, водичка. Еще где-то. Ну, должна же быть. Блин. Не пей эту гадость. Так, 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 так. Так, так. Где у меня? Ну-ка. Нет, здесь нету. Найти. Так. Найти 7 частей воды. У меня 6. Найти 7 образцов. Это еще. У меня. Чего там? У меня 6. Еще по одной надо штучки. Надо. Так, я сохранил? Сохранился вроде. Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Кто здесь? Даже глубоко под водой он видит все, видит всех нас. Молодец, хреначит. Я убью тебя первым, первым. Давай, давай. Я подожду. Ты умрешь. В кого стреляю? Вот так. Вот так вот с тобой и поступаю. Любит меня, так сказано в Библии. Эти его слабы, но сила его велика. Что-то где-то есть? Опа. Отец, почему ты оставил Опа. Меня? Ладно. Мы отвернулись от тебя. Вот вода. Так. Задание выполнено, найти 7 частей. Это камера. Любит меня, как сказано в Библии. Мистер, вы меня заметите? Тихо. Да помилуй,
Фу, так, все. Теперь где там я? В зале же вина были. Помоги мне найти этого грешника. Так велит Господь. Отлично. Блин, ничего страшного. Ты почти труп. Как-то не расстраивайся. Что? Что? Вот тебе и что. Воду. Вот нужная вещь. Так. Давай. И... Так, у всех есть тайны слабости, но с глазом. Так, фотографа две тайны станет явным. Количество очков исследования за фотографию сильно возрастет. Да нет, пока мне. Эх, все понятно, с ним больше ничего сделать нельзя. Препарат лазера. Автовзломщик, бронированные патроны. Так, взрывайся, картечь. Так. Так. Теперь мне надо пчел только этих, блин. Еще где-то там штука должна пчелиная. Ну давай, сходим. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прямо такие катакомбы, я вам скажу. Я стараюсь, мистер Райан. Пожалуйста, не наказывайте меня. Хорошо. Выпить есть. Стоит оно того пить-то вот это. Заменять одно на другое. Ага, я одну на другую заменяю сигаретами. Понятно. Все понятно с вами. Я достаточно хорош. Почему ты мне не веришь? Ну пойдем, надо через другую пойдем. Посюда поделимся. Ага. Где это пятно? Что? Тихо. С тобой я не уверен. Он чужой. А чужаков у нас убивают. И у нас с той стороны, да, можно спуститься. А? Этого тебе надо. Да. Что-то прытки стали какие-то больно. Ну чё? Так, размер барабана.
как размер барабана, увеличение убойной силы автомата, снижение отдачи автомата, скорострельность дробовика. Да, вот так. А что там мне не интересно? Я сделаю, что скажешь. Сделаю все. Я слышу. Блин. Пойдем, где баба? Там была. Так. Осталось немножко. Так. В. Держи. Давай, девочку. Ух ты. Это вообще здорово. Так. Это вообще здорово. Я просто прекрасно попал. Так, где девочка-то? Маленькие сестрички на этом уровне. Уже спас ее, что уже. Чего тебе? Тихо, тихо. Я тебе не враг. Я тебе не враг. Так, куда вот еще сходить? Куда идем? Пехотный. Что? Зашевелись! Так, надо водички запастись, раз она есть здесь, но бесплатно. Но на халяву. Нет. Блять, мне нечего. Ух ты. Так, новый боевой фоник. Так, фотоглаз. Каждый фотоохотник мечтает всегда попадать в цель. И теперь у вас есть фотоглаз. Как только вы примете этот бесценный генетик, вы увидите мир в новом свете. Да нет. Пока не надо сначала. Вау. Подожди туда. Так.
А стрелы эти откуда появились? Спокойно, спокойно. Вниз. Вниз. Думаешь, я так предсказуем? Где ты? Недобиток. Завали, душ. Раз девочки здесь нету. Ты же где-то здесь ходишь. Где мычишь? Мы отвернулись от тебя. Я слышу. Будь ты проклят в этом городе. Ох, ты еще лечиться надумал. Ничего ты, падла какой. Ай-яй-яй, где ты мычал-то? Я же знаю, что ты где-то мычал. Вот. Вот, близко. Давайте еще раз, если девочку не вызовет, то все, валю его. Кто в теремочке живет? Так. Противопехотный, вот бронебойный. Вот так. Все. Вот так вот мы с ним разделались. Ну, пора сваливать отсюда. Я так понимаю, здесь только была вода. Так, бронебойные. Револьверные. Где у нас лесенка-то? Ешь, моя месть! Тихо. Где ты? Куда ты убежал? Все, убег. Ладно, хрена тебя. Какое издевательство над человечеством было худшим. Вот оно что. Молодец. Похвально. Это орудие, породившее все прочее зло. Альтруизм. Да. Ой. А у меня же нету этого. Адамантия или кто там. Добро пожаловать. А тут что купить можно? Бронебойные револьверные патроны. Аптечка, да вроде как ничего не надо. А, вот, что надо, взломать надо, чтобы здоровье-то повысить. И давайте. Вот так. Вот так. Где у нас тут? Так. Блин. Так, стоять. Нет. Потом вот так. И вот так. Ну, замечательно. Что можем купить?
от револьверных патронов возьмем. Картечь. Ну ладно. Закрыть. Что, мы серьезно так мало взять? Да ладно, еще возьмем револьверных потом. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!